Всем здорово, ребятки, меня зовут Павел, и я рад приветствовать вас в новой серии выживания в Stranded: Alien Dawn на безумном уровне сложности. В прошлой серии у нас появилась Аннет, мы теперь ее можем где-нибудь разместить. Сейчас срубим пальмовых кустов, нам нужны ветки и как можно больше, и чем бы нам теперь заняться. Нам нужна жилплощадь, потому что на данный момент у нас Аннет и все девочки живут в отдельных комнатах, а парни ютятся в одной. Как-то это нехорошечно совсем. И при этом, знаете, что мы сделаем? Мы, наверное, сейчас с вами скопируем вот эти вот столы и поставим здесь еще один, как минимум. Да. Нам нужно очень сильно упарываться в исследования всякого разного, в том числе, наверное, в электрику. Пора бы нам уже освещение переделывать. Так, пища-то скоро сгниет. Это вообще не есть хорошо. Но мы уместим здесь, если что, я думаю, какой-нибудь небольшой холодильничек. Нам нужна куча дерева и куча камня. Из чего бы нам, блин, начать? У нас вот пальмы, к сожалению, пока что не выросли. 880 дерева потенциально мы отсюда получим. Жалко, камень нельзя выращивать. По ткани мы укладываемся в норматив, так сказать. Ткани у нас достаточно. А металл? Ну, металл совсем шушуть. Ну, что есть, то есть. Давайте, наверное, поручим Кену разбирать вот эту вот металлическую конструкцию. Обломки корабля. Потом пошлем его вот сюда, пускай здесь что-нибудь собирает. Вот сюда также можно будет отправить. В общем, пока что так. Далее, Аннет у нас занимается пошивом одежды. Давайте выставим доделать до, и пускай их будет... А, нет, лучше пускай сделают еще где-нибудь штучек 20. Нам хватит? Да, даже 280 волоконной кожи у нас получится, и мы сможем изготовить всем штаны. Теперь нам нужно, кстати, 5 штанов. Кто у нас... Ой, у нас Эмилин без штанов ходит. У Катины есть, у Кена есть, у Раки есть. Ну, у Аннет не бронированные, к сожалению. Но пускай 3 пары сделает. И рубашечки, да? Ну и рубашки пока вроде как имеются. Нужна еще летняя обувь. Далее волоконные жилеты нам не хватит. Давайте сделаем еще всем пальто. Аж 5 штук я выбрал. И подумаем, что мы будем сейчас с вами изучать. В первую очередь изучение электрических сетей, разумеется. Нам бы уже выходить в автоматические турели. Для этого нужно изучить электрические сети и найти или произвести процессорные ядра. Хорошо, а что нам нужно для крафта электроники? Изучить изготовление электроники. Так, а где это у нас все есть? Ой, для этого нам нужно найти или произвести кремний. То есть нам нужно, ребят, отправить в поход, судя по всему, да? Также нам нужно пивоварение. Вот музыкальные инструменты. Еще один вид досуга нашим ребятушкам добавим. Жиры насекомых, ну это попозже. Пивоварение давайте сделаем. И пускай все у нас это изучают. Изучение, в первую очередь, Катина, понятно. Кен будет сильно занят. Ракха тоже будет занят. Угу. Ну, любой свободный человек пускай изучает. Ой, какая у тебя прикольная шляпа. Жаль, штанишек нет. Где-то у нас тут была маслодавильня, металлический маслопресс. И мы можем уже извлекать растительное масло. Давайте-ка... Сделаем его, будем поддерживать до 100 единиц. Мне кажется, этого вполне себе хватит. И масло у нас, оно считается как пища, мы его сможем где-нибудь здесь хранить? Ой, скоро сгниет все. Давайте это выкинем как можно быстрее. Так, и что у нас по полям, по нашим? Скоро будут пальмы. Скоро будут ветки. Началась песчаная буря, и... Угу, курокошник почти весь. Хлопок скоро, грибы. Зерно тоже скоро. Ну ладно, подождем, скипнем.
Я тут весь такой умный, распоряжаюсь всеми, думаю, что же нам дальше делать, а у нас, оказывается, заканчивается оружие у ребят. Это вообще не есть хорошо, еще и риск нервного срыва. Едва одетый, голодный и уставший. Нам как можно быстрее нужно делать одежду. И, наверное, штаны в первую очередь. Аннет, а ты чем у нас занята? А, ты покушала, не идешь спать. Разнообразия еды тебе не хватает. Что ж, печаль, беда. Давайте выделим верстак. И изготовим на нем раз, два, три. Как минимум три арбалета нам необходимо. И у нас на них есть ресурсы. Отлично. Ракха, если ты не знаешь, чем тебе заняться. По параметрам ты проседаешь, конечно. Но вот изготовил бы ты арбалетов немножко. Куда ты пошел? Изучать? Ой, ты, конечно, молодец. Но давай, может быть, все-таки три арбалета. Оно, знаешь, полезно будет нам. Будет чем отбиваться. Грядки в порядке. 11 тканей Кен нашел. Серьезно? Всего так мало. Эх, печаль, беда. А тем временем агрессивных животных становится больше. Вот я тут заметил, что у нас насекомых переростков прям огромных. Аж целых 9 штук, судя по всему. С ума сойти. Ой, хорошо, что я на вас посмотрел. Я силикон нашел наконец-то. Жалко. А нет, вот поближе к дому у нас есть силикон. Так, Катина, ты чем занята? Переносишь домой вещи? Молодец. А можно пошустрее? Эмили, не надо тут ничего собирать, сейчас монстры нападут. Ну и как бы тут, оп, галочку сразу поставить. И Кена отправить домой тоже. Вот это мы снесем. И Кен, иди изучай электрические сети, а потом мы тебя перенаправим. Давай, давай, Кен, шуруй. Сноси грунтовый пол. Вот и хорошо. Теперь все будут внутри дома, забаррикадированные, отдыхать. Кто свободен, будет исследовать. И, наконец-то, по-моему, прямо сейчас первые наши электрические сети. Ну, наконец-то. Подсказка. Теперь вы получили доступ к производителям и потребителям электроэнергии, открывая множество новых возможностей для вашей базы. Вы можете изучить основы в обучении электричества и сети или продолжить чтение здесь, чтобы получить общее представление о механике. При выборе запуска обучения ваша текущая игра будет сохранена, и вы вернетесь к ней позже. Нет, обучение я проходить не буду. Выберите и исследуйте своих производителей в зависимости от вашей ситуации. Дизельные генераторы требуют 20 единиц жидкого топлива каждые 2 дня. Силовые генераторы требуют 1 силовую ячейку каждые 20 дней. Солнечные панели работают только днем, а мощность ветряных турбин зависит от текущей силы ветра. Используйте опоры ЛЭП для соединения производителей и потребителей. Ближайшие соединения будут визуализированы желтыми проводами на земле при подключении опоры к производителям, потребителям и помещениям в воздухе при подключении одной опоры к другой. Ну, ясненько. Исследуйте и создавайте батареи, чтобы накапливать избыточную электроэнергию и использовать ее, когда производство становится ниже спроса. Батареи особенно полезны, если вы полагаетесь в основном на солнечные или ветряные генераторы, мощность которых колеблется и не так надежна, как у дизельных или силовых генераторов. Ну, хорошо, спасибо за подсказочку, освежили мне в памяти. Теперь мы можем поставить лампочки, наконец-то! Прожектор перед входом, обогреватель, блин, вместо печки. В графе производства у нас что появилось? Кухонная электроплита, наконец-то! И в графе электричество у нас тут появились опоры ЛЭП. Плюс переключатели питания и силовой генератор. Но у нас, к сожалению, силовых ячеек-то нет совсем. А, есть одна. На 20 дней нам ее должно хватить. Пурум-пум-пум-пум-пум, Кен. Кажется, нам срочно нужно больше и больше металла. Так, ну давайте ложитесь все отдыхать. А я тут пока подумаю с ребятками. Строительные материалы, сплавы металла. Так. Или из древесины построить. Вот нападение началось. Как не вовремя. Вот я вот эти две опоры соединю.
соединю. Могу ли я соединить их вот таким вот образом? Могу, и мне хватит. Так, одну опору я хотел разместить здесь. Вот каким-нибудь таким образом. Хотя, давайте пока вот здесь вот опоры трогать не будем выставлять. Мне интересно, знаете что, если у нас все ресурсы находятся примерно на одном же фундаменте, получается, да? Вот такая вот у нас большая прямоугольная блямба. Проводится ли электричество, допустим, с этой опоры лэб в коридор? Ой, Эмилин гулять пошла? И испугалась, пошла обратно. Хе, конечно. Давайте выделим наших трех вооруженных людей и выставим их на оборону сразу. Вот здесь. Ой, они голодные, не успели покушать. Ну, надеюсь, совсем скоро вы отобьете эту атаку и покушаете. Чем у нас тут Аннет занимается? Слушай, Аннет, у тебя все должно быть в порядке. Поэтому, пока верстак свободен, сделай, пожалуйста, волоконную кожу. Действие не назначено. Я что, не назначил ей ремесло? Да, действительно, ремесло я ей не назначил, но упускай. Потом сделает всем штаны и пальто. Будет классно. Наконец-то у нас будет уже комплект одежды наполовину готов. Потому что снаружи минусовая температура. Блин, как-то нехорошо, но вроде успели. Только Иракху отозвал, и у него случился нервный срыв. Не так, чтобы круто. Но хоть успели отбить нападение. Блин, я настолько был увлечен вообще новостью о том, что к нам присоединилась Аннет, и совсем забыл, что мы просели вообще по сену и по дереву. Как-то я слишком сильно понадеялся на урожай вот веткой бревен. А эти ресурсы нам очень сильно пригодились бы прямо сейчас. Тем более сено. Надо хотя бы чутулю собрать. Вот рядышком где-нибудь вот эти штучки. Все пошли спать. Ну ладно, идите отдыхайте. Таинственный зов. У меня тут какое-то оповещение вылезло, пока я ждал, когда ребята проснутся. Звучит примерно так. Не смейтесь сейчас, но я чувствовала сегодня своего рода зов к точке за горизонтом. Некоторые из других неохотно поделились со мной тем, что они испытывали то же самое. Что у нас общего, так это, ну, мы не самые умные. Люди с высоким интеллектом кажутся невосприимчивы к зову. Итак, должны ли мы исследовать это? Ой. Выжившие с низким интеллектом некоторое время будут чувствовать себя беспокойными. Да, не обращайте на это внимания. Зачем это надо? Новая одежда, пальто, и Аннет улучшает ремесло. Молодец. И у нас уже первые опоры лэб готовы. Давай, Кен, скажи мне, что ты металлолома сейчас соберешь хотя бы штучек 50. 59, ух. Вот это я угадал, хорошо. Текс. Что-то я тут думал. Кен, может быть, разбирать тебе сейчас не нужно? Давай-ка, да, вот перенесем то, что девчонки собрали. Включая грибы, наверное. У нас есть дома веточки? Есть чем факела заправлять? Ну да, есть. Эмилин, идешь спать? Если ты идешь спать, захвати с собой зерно, чтобы оно у нас не пропало. О, уже по 260 оно носит, нифига себе. Горны останавливаем, чтобы они лишний металл не сожгли. Так, и далее вручную отправляем Кена, наверное. Как бы вас так распределить-то грамотно? 8 дерева у нас еще есть. Так, Кен, давай срубай гигантскую траву, иди. Ракха, ты что делаешь? Кушаешь, ну, приятного аппетита. Катина. Собрать урожай. Ни одного растения нет готового урожая, да? Ну, перенеси, что ли, я не знаю, вот зерно тут. Так, отлично. Кен все сразу перенес. Какой молодец-то, а? Кен, а ты прям все? Агрессивное животное? 103! А чё не 200? Материализовались они тут, понимаешь. Ну и чё мне с вами делать? 103.
плюс 11, 114 итого. Ой, надоели вы мне. Так, значит, здесь убираем галочку, чтобы они сюда не пошли пока что. А, Катина переносит, Аннет шьет. А, дома еда есть? Да, есть. Ага. Давайте. Все, Катина перенесла. Не надо тебе исследовать. Подожди, вот эти 10 грибочков забери. Ну, просто чтобы не пропали. Кен, ты куда пошел? Не надо. Ой, я забыл, что тут у меня задачи стоят. Отменить приказы. Кен, иди вот сейчас, я не знаю, в дартс играй. Уже расслабился, да ты? Куда ты пошел? Куда ты пошел? Катина сейчас грибочек перенесет, и мы с помощью Кена вот это вот снесем. Да, обезопасим себя заранее на всякий случай. И посмотрим, что они тут делают, что химичат. Нервный срыв у Катины. Ох, как вовремя-то получилось. Было бы не очень, если бы она села вот тут вот где-нибудь, да? Потеряли бы ее сразу. Не удается достичь палки, не удается достичь палки. Слушайте, ребятушки, ну... Палки это, конечно, хорошо, весело, но я надеюсь, что у нас сейчас будет электричество готово. Да. Хотя бы в спальнях для начала, чтобы во время сна факелы не заправляли. И наши друзья не получали бы дебаф нарушенный сон. Ух ты, ничего себе, какая толпень прямо, а. А у нас некого даже на оборону отправлять сейчас. У нас отдых у всех маленький. Вот это мы влипли. Ну и ладно, пускай они там все ходят, бродят, колобродничают, что угодно делают. Мы пока посмотрим, что у нас тут. Ну-ка, вот так вот, если... И вот, опа, хорош. Посмотрим, что у нас по исследованиям там. Музыкальные инструменты еще 12%, потом пиво, генераторы и накопители энергии я поставил. Да, вот у нас тут Кен 59 штучек металлолома-то нашел, и я горны остановил вручную, чтобы они сразу не переплавили все. Ой, что вы тут эгей говорите? Что, вы чему-то радуетесь? Ой, так вы и отдохнули, получается, да? Давайте призовем вас. Идите, отбивайтесь. Как-нибудь вот так. А я могу изучить хотя бы... Вот, автоматические турели. 5 дней. Да я бы хотя бы огнеметы поставил, посмотрел бы, как они тут. И можно ли их, ну вот, зарядить здесь. Кстати, давайте, знаете, что проверим? А мы сейчас... А, ой, у нас всего 8 единичек. Ну ладно. А камня сколько? А, 158, вот он. Мы сейчас с вами возьмем каменный вот так вот и поставим, где они тут у нас кучкуются, как-нибудь. Раз, два, три, четыре. Блин, Кен, ты не там стоишь. Ой, как залагало из-за количества насекомых-то игра. Это невыносимо. Так, отозвать. Построить каменный пол. Я надеюсь, он не испугается. Блин, ну это прям перебор, да. Слушайте, разработчики что-то нахимичили, не то. Ну да, да. Значит, здесь вполне себе поместятся турели. Отлично. Я просто думал, что... Ага. Ну да, конечно. Только с этой стороны у нас турели поместятся, потому что вот эти фундаменты монстры, к сожалению... достают. Блин, я что-то не подумал, знаете, о чем? А Кракха, иди-ка. Помоги, наверное. А, уже и не надо. Если они могут его сломать, то они в теории и забраться на этот фундамент смогут. Блин, их такое большое количество. Сколько мы будем отбиваться? 2-3 дня? Нам срочно нужны турели. Давайте-ка. Сейчас я изучу их, я вам покажу, блин. Наверное, между этой и следующей серией будет разрыв в 5 внутриигровых дней, естественно. Ну, я их, короче, своих товарищей забаррикадирую здесь внутри дома и займемся изучением. Ну, просто так на это смотреть скучновато, наверное. А так хоть что-то происходит. У нас никто сейчас в бессознанку не шлепнется случайно? А то мы уже долго стоим. Кен улучшил бой до 9. Неплохо. Катина, не надо ничего сажать.
Они что, сожрали один куст, что ли? Ничего себе. Может, ты это исследованием пока займешься, скотин? Где у нас? Ага, у нас уже второе пальто готово. А вот это прям нужно, чтобы из нее сделать штаны потом всем. А то у нас Эмилин, по-моему, до сих пор. Эмилин уже в штанах. А, у нас все, получается, теперь в штанах. И в обуви. Ой, да, так это получается что? Мы уже немножечко, да, обновили гардероб. Ну, Аннет, понятно, она свежая. Курток не хватает всем, да? Но ничего, мы разберемся с этим. Так, я устал ждать, пока они тут их добьют. Поэтому, мужики, отзываю вас, идите спать. Ой, Кен не успел. Жалко. Думаю, сами дотекут они уже, эти тараканы ненормальные. А что ты стоишь тут лапами машешь? Приветствуешь нас, да? Ну, мы тоже тебя не рады видеть. Будь добр отсюда. Да, или все ты уже. Ну да, закончился. Ну и ладно, до свидульки. Кена бы кто-нибудь отнес? Катина, ты не хочешь ему... А, нельзя выделить, да, его? Печаль-беда. Вы просто посмотрите, сколько здесь этих членистоногих негодяев, а, лежит. Это невозможно просто. Они не успевают предыдущие испортиться. Уже новые приходят. 15-й день. Я надеюсь, мы успеем собрать урожай, хотя бы, я не знаю, вот это зерно добить. И кто-нибудь из вас мне скажет, ребятки, вы принесли уже... Или вы даже не занимались маслодавкой вообще? Не занимались почему-то. Аннет, ты, конечно, гуляешь, но я очень хочу посмотреть, как этот процесс у вас происходит. А ты, Кен, ремонтируй грунтовый пол. Новый ресурс – растительное масло. И куда ты его понесла? Прямиком на кухню. Ой, это хорошо. А, пока она не закончит одежду, я понял, она не будет этим заниматься. Управляет настенным факелом, Кен наш. Это ты сколько взял ресурса с собой? Не видно почему-то. Едите-килотите, вы что там, начали исследовать прям с бешеной скоростью? И дизельные генераторы, и пивоварение, а ну-ка, мебель, что тут? Музыкальные инструменты! Ханг? И диджериду. Так, ну мы можем поставить диджериду эту непонятную, да? Название-то какое диковинное, или не можем мы сейчас никуда его поставить? Да, а можем ли мы поставить ханг? Можем. Ракха. Построй ханг. Сколько ты принес вот факелов, Кен? Ой, эти соломы. Веток, то есть на факела. Достаточно, нет? Так, девчонки, минус 10 темп просто. Может, вы соберете урожай? Что-то вы там, конечно, всего исследовали. Нам вообще нужно это, да? Ну да, нам нужно. Так, Эмилин. Блин, я вот проморгал вашу активность. Мне вот нужно было вас сейчас отправить, а вы тут заняты, видите ли, блин. Так, электричество, дизельный генератор, нужно жидкое топливо и 10 единиц металлолома. А как он вообще? То есть мы можем его максимум вот здесь вот поставить. Было бы классно, если бы здесь стояло штучки 2 хотя бы. Можем ли мы поставить здесь вот так вот пол? Ну да, такое себе не можем. Полноценный пол здесь поставить. Придется генераторы где-нибудь снаружи размещать. Где-нибудь здесь как раз. Аннет улучшает ремесло. Молодец. Исследование идет полным ходом. Уже четвертое пальто на очереди. Классно. А ну-ка, что у нас в исследованиях появилось? Да блин, ну я же не успеваю даже отреагировать. Зачем я ремонтировал пол? Они же в итоге даже и не вышли никуда. Снести. Кен. Давай, сноси грунтовый пол. Посмотрим, что мы можем. Ага, красавчик. Так. А сколько их? 60 тараканов и 2 юноны. Нормально. Так, в смысле бездействует? Накопитель энергии исследовали. Настолько нету дел, что Ракха помогает изготавливать кожу. Хорош. Так, ну и что мы можем? Исследование. Вот, смешение топлива. Жидкое топливо, то есть масло, мы можем переработать уже в канистры с топливом.
Ну, замечательно. Это же хорошо. Солнечные панели... Ой, наверное, мы... Здесь нам же их некуда совсем ставить-то. С нашими фундаментами, да? Так что давайте, ребятки, изучайте. Ну-ка, Кен, изучай смешение топлива. А дальше бы, вот... Автоматические турели. Ё-моё, было бы классно. А ну-ка. Надо, наверное, здесь увеличить до 150, да, Эмилин? Растительное масло действия не назначено. А кто у нас занимается крафтом? Аннет и Ракха, да? Да, это присуще ремеслу вот это вот занятие. Поэтому Ракха еще и получает плюс 18 к настроению. Где оно тут? За то, что он заинтересован в ремесле. Слушай, дружище, так может ты накрутишь там этого масла прок? А мы как раз вот уже почти исследовали изготовление топлива из него. Только что-то далековато носить, да? Может, переставим куда-нибудь? Вот эта история поместится внутри? Не поместится. А, вот здесь она поместится. Слушай, Рак, просьба, конечно, странная, но давай перетаскивай пресс. А здесь вот так в ряд мы поставим два этих дизель-генератора. Ой, так мы уже исследовали его, да? Так, и где мы можем его... Жидкое топливо просто на верстаке делается. Включает в себя 10 единиц растительного масла. Требуется навык ремесло 3. Ракха, изготовь жидкое топливо. Ё-моё, вот как обернулся, посмотрел, а тут... Трэш какой-то происходит. Ну, Юнона покушать решила павшими членистоногими. А куда Ракха собирается потом? Раскритиковал Аннет за выбор инструментов для ремесла? Чего ты? Да ладно тебе бочку катить. Нормальное же пальто получается, уже четвертое. Че это ты вдруг? Ты лучше вон топливом занимайся своим. И куда ты его, кстати, поставишь потом? Ну-ка, расскажи мне. А, ты с... Ага, ничего себе. Сразу туда его понес. А у меня есть здесь где складывать-то? Ну ладно, мы с этим разберемся еще. Ну что ж, ребятушки, на самом деле, вроде бы обычная серия, да, получилась. Но мы электричество изучили, блин, первое топливо сделали. Запас одежды у нас пополняется, уже четвертое пальто, и все в штанах, на удивление, и даже в ботинках. Я думаю, когда им станет холоднее, они сами наденут пальто. Значит, нам осталось исследовать и крафтить оружие, в принципе-то, да? И уже можно будет готовиться к переезду. А там у нас не за горами еще и бетон, и вот это вот все. Но в следующей серии хочу побаловаться с турельками, поэтому сейчас мы будем это все неспешно изучать. Ну а вам, дорогие зрители, большое спасибо за просмотр. Естественно, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свой фидбэк в комментариях. Ну и всем вкусного чая! И добра!